прав. Я вот как будто нахожусь в какой-то точке наблюдателя, и появилась такая установка, что я не разрешаю себе получать наслаждение, там, радоваться от, ну, от любого того, что происходит со мной, даже от действий десятки, может быть, там, по распространению. Вопрос, а как и вообще нужно ли проводить все эти состояния через чувства? Потому что кажется, что это все эгоистическое в любом случае. И за эго агадоль шатамафиль, эго агадоль, это большой эгоизм, который ты задействуешь, большой эгоизм. И насколько ты отойдешь от получения наслаждения, ты будешь чувствовать себя большим праведником, но это будет совершенно неверно. Ты должен радоваться и наслаждаться тем, что есть у тебя возможность объединиться и поменять наслаждение от получения на наслаждение на отдачу. Но без наслаждения невозможно жить. Ведь нельзя входить в черную меланхолию, когда ты сидишь и плачешь, и это называется глупец сидит, сложа руки и пожирает сам себя. Нет, не будет у тебя силы ничего сделать в жизни. Это как раз наоборот, ты должен как можно больше развивать связи между товарищами, связи любви, связи объединения. Вместо того, чтобы сидеть и плакать, почему ты находишься в эгоистическом в таком виде. Оставь эгоизм, не заботься о нем. Чем больше ты будешь заботиться о нем, что ты хочешь разрушить его, он только будет расти от этого и наслаждаться этим. Ты думай только о форме объединения и отдачи. Только так ты сможешь прийти к исправлению.